Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Джумл Сенсей, урок номер 121. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Community Builder. И в этом уроке я хочу вам показать, как можно более тонко настроить поле поиска пользователей. То есть мы с вами выводили страницу участников, сейчас вот она перед вами. И мы работали вот с этим вот поиском. Давайте посмотрим, как тут еще что можно сделать. Не успели мы с вами обновить Community Builder, как вы сейчас видите, и у себя тоже, наверное, в админке вы это увидите, что у нас Community Builder обновился, и он просит обновиться на более новую версию. Как правильно обновляться, что при этом нужно делать, что не нужно, я уже говорил в предыдущих уроках, поэтому я просто сейчас обновляюсь. Это обновление вы также можете качать или у разработчиков, или у меня. Ссылка будет в описании под этим видео. Так, давайте сначала обновимся. Переходим в расширение, менеджер расширения установить. Так, пакет обновлений я перетаскиваю в это поле, загрузить и установить. Нам нужно дождаться вот этой страницы, чтобы у нас было написано «Установка завершена». То есть теперь у нас установка полностью завершена. Перейдем в панель управления. Видим, что у нас сообщение исчезает об обновлении компонента Community Builder. Давайте перейдем внутрь. Здесь тоже показано, что у нас все обновлено, высвечивается зелененьким. Итак, смотрите. Что я вам предлагаю посмотреть? То есть вы помните, как у нас изначально с вами все выглядело, то есть когда мы это делали в прошлом уроке. Мы переходим с вами в менеджер списков и переходим именно пользователи. Почему его? Потому что он у нас первый, он по умолчанию и он самый главный, да? То есть сейчас я зашел под именем Федор и я онлайн, и есть тестовые пользователи, видно, что они не онлайн. Переходим, значит, в пользователи. Далее мы кликаем на вкладку «Параметры». И вот смотрите, поле поиска. «Открыть для поиска поля». Вот здесь вот мы с вами сейчас посмотрим. Смотрите, все поля. Изначально это, конечно, ни о чем не говорит для нас. Мы выбираем это, нажимаем «Сохранить». И давайте посмотрим, как изменится поиск. Обновляем страницу, нажимаем «Поиск». И у нас должны показаться все поля, которые у нас привязаны вот к этому поиску. Возможно, у вас больше будет здесь полей. То есть у нас появился выбор пола, также остаются просмотры и кнопка поиска, да? То есть это просто я вам показываю как вариант. Возможно, вам что-то здесь будет больше интересно. А дальше мы выбираем конкретные поля. То есть кликаем, и у нас есть возможность выбрать, что отображать в поле поиска. Например, мы выбираем name, имя. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляемся, кликаем на кнопку «Поиск», и у нас только поле «Имя», то есть мы можем искать непосредственно по имени пользователей среди нашего списка, да? Давайте посмотрим. Мне нужно найти только лишь, например, Федора, где-нибудь он далеко находится, список большой, и я ищу его по имени. Нажимаю «Поиск», и вы видите, в списке отображается только Федор, то есть поиск у нас работает хорошо. Мы можем также выбрать через зажатую кнопку Ctrl на клавиатуре. То есть я зажимаю Ctrl и мышкой выделяю, чтобы показывался логин. И пускай все поля. Посмотрим, как будет. То есть мы можем выбрать, что выводить вот в этом поиске по нажатию на кнопку. Да? Обновляем страницу. Выбираю поиск. У нас, в принципе, все то же самое получается. Далее, смотрите, критерии поиска. Здесь еще есть два варианта. У нас по умолчанию был первый. Опять же, из перевода здесь может вам ни о чем не говорить. Давайте посмотрим. Выбираем второй вариант, вот этот вот. Сохранить. И посмотрим, как у нас изменится на нашей фронтальной части сайта. Да? Обновил страницу, нажимаю «Поиск». И здесь уже интересно. Смотрите, имя пользователя и пол можно выбирать не обязательно женский или мужской, а можно искать сразу и женский, и мужской. То есть именно за счет вот этой опции, которую мы только что выставили. Раньше мы могли выбрать или одно что-то, или другое. То есть или мужчина, или женщина. Переходим в админку. Выбираем усложненный поиск, последний. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. Кликаем на кнопку. И у нас уже, во-первых, визуально делится все вот по таким спискам, имя. И здесь вот, видите, можно выбрать точное соответствует. То есть можно, то есть именно точное имя, если вы знаете,
содержит фразу, то есть это может быть, например, первые несколько букв имени. И видите, я выбираю, и тут же появляется поле, куда вы вводите эту фразу. Ну и другие вот исключения. То есть вот такой вид поиска. Имя пользователя также тоже появляется поле. Пол. То есть тут уже, я считаю, немного бредовым вот это поле, потому что не является никем. То есть, грубо говоря, да, то есть ни мужчина, ни женщина. Вот, дальше. Ну и просмотры. Является, не является, то есть является и между. Также критерии выставляем. То есть уже такой глубокий поиск получается, серьезный поиск. И, в принципе, по поводу вот этого выпадающего списка, который мы с вами делали. Например, он вам там не нужен. Как его отключить? То есть здесь я оставлю, наверное, вот этот вариант. Мы с вами переходим на вкладку «Показать». И здесь, например, мы отключим «Show in list selector». Выбираем «Нет». Нажимаем «Сохранить». Идем на сайт. Обновляем страницу. У нас здесь также все остается. Нажимаем на кнопку. И, в принципе, у нас тут ничего не меняется. Если мы выберем вот «Показать» поле выбора из списка, ставим «Нет». Нажмем «Сохранить». Обновляем страницу. Кликаем на кнопку. Вы видите, что у нас пропал вот этот вверху список, да? Есть только кнопка «Показать». И наш здесь список, то есть уже по критериям искать, если вы не хотите это выводить. Show in list selector, например, мы оставляем в положении «Да», а «Показать» поле выбора из списка оставляем неизменным. Сохранить. Обновляю страницу. Кликаю на кнопку. Ну, в принципе, то же самое, да, получается. То есть, если вам такой вариант больше нравится, поиска здесь вам выпадающий список не нужен. У нас же там есть выбор там с картинкой, сразу чтобы отображался там с этим, с подложкой. Это как раз выводилось у нас здесь. То мы можем это здесь все в настройках отключить. Вот такой вот, в принципе, небольшой урок. Хотелось именно выделить это в отдельный урок, более детально пройтись по критериям поиска, потому что это важный момент. Здесь можно очень тонко, серьезно настроить именно поле поиска по вашим пользователям вашего сайта. На этом здесь все. Если вам понравился урок, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на канал. И всего вам наилучшего. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.